привет всем! Всем счастливого Нового года, ребята! Как... Еще раз всем привет! У меня почему-то очень большие проблемы со связью здесь. Прерывается связь периодически. Так что еще раз всем привет! Еще раз всем я желаю счастливого Нового года, чтобы все ваши запланированные, так скажем, цели были достигнуты в новом году, чтобы все получилось, чтобы вы были сильными, чтобы знали, чего хотели, и этого любыми способами всячески смогли достигать. Привет, привет, с Новым годом всех, ребят! На самом деле я так рада, вообще у нас просто бомбовский Новый год был, и сейчас мы продолжаем отмечать, мы сегодня играли в очень интересную игру, Эки-боки, знаете? Эки-боки, точнее. Потрясающая игра, всем советую. Как отметила? Отметила очень классно, мне очень понравилось. Мы много танцевали, чтобы постройнели, да. Секундочку, вот. Мы очень много танцевали, играли в настольные игры. Я придумывала вообще очень классные, интересные конкурсы для нашей компании вместе с маленькими такими призами. В итоге Новый год прошел просто шикарно, очень запоминающийся. Приезжай на следующий Новый год к нам в Дубай. Но это уже как получится. И финансово, и по времени, как получится. С Новым годом, Катюша, счастья тебе! Спасибо большое, вас также с Новым годом! Все, кто вчера классно отметил и сегодня Новый год, ставим все лайки, потому что я уверена, большинство из вас реально постарались, чтобы он хорошо прошел. Моя настоящая фамилия Герасименко, Герасименко Екатерина. Да, у меня есть молодой человек. Ну или в Сочи я могу приехать. В Сочи я как раз была проездом один раз, тоже, возможно, обязательно приеду в Сочи. Сегодня, да, мы с вами поговорим, сейчас еще немножечко подождем, пока присоединятся люди. Я пока с вами делюсь положительными эмоциями. Делитесь со своими друзьями моими положительными эмоциями. Делитесь трансляцией. Спасибо всем, такие разноцветные сердечки прям под мой свитер, такие розово-фиолетовые летают. Что я сейчас делаю? Сейчас я нахожусь у друзей. Мы все сидим за столом, они едят креветки и играют в настольные игры. Кать, поздравь меня с Новым годом, я твой фанат. Ого! Поздравляю с Новым годом, мне очень приятно. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Я смотрю, что большинство из вас хорошо отметили Новый год, потому что лайков действительно летит много, и это классно. Как отмечали, в кругу друзей, в кругу близких, родных, что делали, танцевали ли, пели ли. Мы, кстати, вчера и пели, и танцевали, чего только не делали. И такие интересные видео остались на память. Привет, привет. Hello, hello, very nice lips. Thank you very much. Nice to see you. Подписывайтесь, если хотите следить за моими трансляциями. Обязательно буду рассказывать вам интересные вещи. Итак, мы хотели поговорить сегодня на эту тему, что делать, если ты переел на Новый год. А у нас, кстати, большинство людей, в том числе и моих знакомых, не смогли устоять перед различными вкусностями, которые стоят на столе. И, как правило, после Нового года все начинают усиленно переходить на разгрузочные дни, так скажем. На самом деле все эти разгрузочные дни, они еще хуже усугубляют ваше здоровье. Можно сказать, что вы скинете потерянные, да, вы скинете килограммы, которые набрали на Новый год, а затем вы очень быстро их наберете, потому что вы их сливаете не за счет жира, а за счет мышц, и за счет жидкости, эндогенной воды, которая есть в вашем организме, переела еще до Нового года. Ну что ж, я вам советую после Нового года, во-первых, конечно же, возобновить или начать, те, кто не начал, тренироваться. Во-вторых, продолжайте дробно и правильно питаться. Ни в коем случае не делайте перерывы между приемами пищи более чем на 4-5 часов. Если у вас длительный интервал между приемами пищи, у вас, активизируются гормоны жироотложения, и вы начинаете худеть за счет воды и мышц. Поэтому после Нового года никаких разгрузочных дней. Обязательно следим за своим питанием. И тогда вы сможете сохранить фигуру и спокойно, медленно избавиться от набранных калорий в виде жировых отложений. Так что это очень хороший совет.
Скажите разгрузочным дням «нет», диетам голодовкам также скажите «нет», потому что вы очень об этом пожалеете. Оливье можно есть, если вместо колбасы, содержащей трансжиры, вы будете ложить либо говядину, либо мясо птицы. Вместо майонеза желательно сделать майонез своими руками, самодельный. Я не советую покупать майонез и совершенно исключить из своего рациона. Потому что трансжиры, мало того, что они влияют на нашу фигуру очень плохо, они еще влияют на сердечно-сосудистую систему. И также очень-очень можно быть подверженным различным заболеваниям, такие как ожирение, диабет. Это действительно очень серьезно, и я советую не налегать на такую пищу. Изредка, конечно, вы можете себя побаловать такими продуктами, содержащие именно эти жиры. Это пирожные, торты, но это может быть фастфуд, это может быть что-либо еще, но очень редко, и если вы поддерживаете тонус своего тела. Умничка, пока одни идиотничают, другие дело делают. Спасибо большое. Я просто хочу вас предостеречь от диет, на которые так часто падки наши девушки. Привет, привет! Ребята, ну что, если информация была полезна, делимся ею, делимся. И если вы будете стараться следить за своим телом и за своим здоровьем после Нового года, стучите по экрану, жмем лайки. Я хочу посмотреть, сколько у нас людей, которые мечтают всегда быть сильными, крепкими, здоровыми и хорошо себя чувствовать. О, как много людей! Я смотрю, молодцы, молодцы, я вами очень сильно горжусь. Я на питьевой диете. Вы что? А что вы пьете? Можно спросить? Воду только пьете? Я уже говорила ранее о диетах в этой трансляции. Обязательно послушайте, за счет чего вы худеете. Но точно не за счет жира. Гормоны жироотложения активизируются, когда вы начинаете садиться на диету. И в скором времени вы можете приобрести вдвое больше жира. Поэтому очень не советую. Водку! Водку! Ну, это без комментариев, можно? Всегда оставайся такой же жизнерадостной. Спасибо, спасибо. Мне 20 лет, скоро будет 21 год. Кстати, день рождения у меня 5 января. Я обязательно зайду к вам в этот праздник, в этот светлый для меня праздник. Я очень жду его. Привет, привет. Я очень рада была вас видеть. Я надеюсь, я смогла вас предостеречь от того, что вы можете быть подвержены диетам различным, монодиетам, питьевым диетам, как было сказано, либо разгрузочным дням. Поэтому я очень на вас рассчитываю, и отпишитесь мне после праздничных дней обязательно. Водка с Редбулом по-ростовски. А вы с Ростова, да? Я с Ростова. Ну вот, начинаются. Почему-то одни парни, бывают, приходят и начинают писать гадости. Девушки же всегда меня слушают. Средине, ну, я очень нейтрально отношусь и не совсем положительно, скажем так. Я с Караганды. Привет с Ростова! Вот еще кто-то с Ростова. Возьмите меня к себе жить и покормите правильно. Пишите мне ВКонтакте, я вам подробно все напишу. Это действительно интересно. И здоровый образ жизни, он затягивает, знаете, прям очень сильно затягивает. Парни от зависти. У них одно на уме. Это точно. Вот сразу одного в блок кидаем. Вот так. Больше он не будет писать мне гадости. ВКонтакте. Активная ссылка есть в профиле. Добавляйтесь в Инстаграме, добавляйтесь ВКонтакте. Зовут меня там Катя Викс. Что ВКонтакте, что в Инстаграме. Ссылку найдете в профиле. Очень много интересного можете найти у меня. И также пишите мне лично, обязательно с вами пообщаемся. Делимся трансляцией, делимся моим позитивом со всеми. Я этого очень сильно хочу. Всем желаю счастливого Нового года, отметить хорошо праздники. И не налегайте на нездоровую пищу. Это может быть чревато, и потом будете ковить себя очень долго. Все, да, волосы со вчерашнего дня, видите, прическа немножечко растормошилась, мне очень жалко распускать эту косу, такой творческий беспорядок у меня на голове. Нет, не Винкс, а Викс, от слова Викс, неделя по-английски. Салаты нужно доесть, но если заправка у них хорошая, то можете доесть, не вредная. Все, всем пока, всем счастливого Нового года, рада была видеть, обязательно еще приду к вам. Пока.